собрались. Впервые на ярмарке, да? А нет, не впервые на ярмарке. На нашей? Да, на вашей. Нет, на вашей тоже не впервые. А вы откуда? Как вас зовут? Я вообще из Москвы, но я родом из Начика. Меня зовут Анжела. У вас очень яркая такая внешность. Да, спасибо. А что вы берете сегодня на ярмарке? У меня сестра меня привела, она берет помидоры, там, не знаю, фрукты, овощи. Что-нибудь уже успели попробовать? А, ничего не успели попробовать, только аж пришли. А чем вы занимаетесь, Анжела, если не секрет? Я занимаюсь тем, а в смысле вообще по жизни? Да. Живу. Живет. А работаете где? Сфера деятельности. Просто живу, наслаждаюсь. Наслаждаетесь жизнью. Да, вот такой ответ подойдет. Конечно. А вообще занимаюсь одеждой. Одеждой, да? Производством одежды. Угу. Спасибо большое. Удачи вам, счастья, здоровья. Спасибо. И вам всего. Будет вам и небо голубое, будут вам и в парках карусели.